Дорогие друзья, задача каждого из нас, каждого человека, живущего осознанно, сделать шедевр из собственной жизни. Вся наша жизнь, в том числе и здоровье, является в большой степени, в огромной степени проявлением наших мыслей. Если мысли негативные, если мы носим и копим обиды на кого-то, это проявляется в болезнях, в опухолях и так далее. Все это известно уже теперь. Давайте помнить о том, что каждая негативная мысль, как червячок, подтачивает тот или иной орган человеческого тела. Если у человека болит печень, это говорит о том, что он много злится, сердится. Если у человека болит сердце, значит, ему отчаянно не хватает любви, он не может наладить отношения с окружающими людьми. А если у человека болит желудок, это говорит о том, что он очень обидчивый, нервный, часто глотает обиды и возникает нарушение в таком органе, как желудок. Дорогие мои, давайте изменим свое отношение к себе. Будем выстраивать сами свое здоровье с этой самой минуты. Каждое утро, просыпаясь, открывайте глазки и говорите себе, закладывайте новую программу в свое сознание. Говорите, сегодня наступил новый прекрасный день. Я выбираю для себя счастье. Я выбираю для себя здоровье. Я выбираю для себя силу. Каждый раз можно сосредотачиваться на этих словах. Сила, здоровье, успех. Это очень важный аспект в работе над собой. Помимо этого, конечно, как вы помните, есть у нас замечательные аффирмации, которые вы можете использовать каждый раз, когда у вас есть свободное время. Это особенно хорошо во время транспортных пробок. Вместо того, чтобы ругаться на всех, мы говорим такие замечательные слова. «Я есть проявление божественного здоровья». «Я есть проявление божественной силы и любви». «С каждым днем мое здоровье улучшается». «Я посылаю любовь своему телу». «Я люблю свое тело». «Я доверяю своему телу». А еще есть один замечательный способ, как можно разговаривать с клеточками своего тела. Вы знаете, как? Очень просто. Надо просто с ними поговорить. Например, если вы помните, на прошлых видеоуроках я учила вас заряжать воду с помощью космической энергии, а сейчас мы можем обратиться к клеточкам своего тела и сказать: «Клеточки моего тела, слушайте мою команду. Отныне мы создаем здоровое, молодое, энергичное тело, которое поражает меня своим здоровьем, силой и приносит мне только радость». Вы можете внести свои слова, вы можете внести тот смысл, который нужен именно вам. Но поверьте мне, если вы будете осознанно направлять силу своего сознания в свое тело, вы обязательно увидите результат. И через полгода, через 3 месяца окружающие будут вас спрашивать, что ты так хорошо выглядишь? А вы будете радостно улыбаться и говорить, я чувствую себя великолепно. И так оно и будет, и так оно и есть. Я желаю вам здоровья.